Криптовалюта в помощь пострадавшим от стихийного бедствия. На побережье Индонезии в провинции Ачех на севере Суматры произошло землетрясение магнитудой в 6,5 баллов, в результате которого погибло более 90 человек. Многие здания разрушены, десятки человек предположительно остаются под завалами. Релиз на сайте dinarcoin.com предлагает оказать благотворительную помощь людям, пострадавшим от землетрясения и оставшимся без крова. Кошелек dinarcoin и банковские счета для пожертвований на сайте криптовалюты.